Друзья, магнитолка от компании КРС, RS200 моделька, одна из самых проверенных, надежных автомагнитол, это RS200, RS300, 400, 500, 600, 700. Отличаются они памятью. И сегодня у нас был автомобиль, это Toyota RAV4, мы его немножко обновили, освежили. Смотрите, как это, скажем так, шикарно смотрится. Машинка уже не новая, но ты садишься в салон, ты получаешь огромный, шикарнейший дисплей, который приятно работает. Идеально откликается, вот, мягенько, ну класс, просто класс. Руль работает, руль тут подключается резистивно, все ребята подключили, настроили, все работает. Он у нас вот такой вот рамочки идет, то есть это 9 дюймов, рамочка встает шикарно в свое штатное место, вот снизу все, ну вообще класс. Оклеили в защитное стеклышко. Ну и давайте немножко пробежимся, поклацаем, вам покажу, что к чему. Главное меню, это у нас навигация, это у нас плеер. Пожалуйста. Давай плеер включим, музончик. Оп. Вот так у нас работает плеер. Это у нас радио, пожалуйста. Это у нас настройки. Это у нас главное меню. Это у нас активное охлаждение. Сейчас мы включим клиенту. Вот. При достижении 60 градусов будет включаться. Все работает. Тут показана загрузка ЦПУ, все дела. Тут температура. Назад. Это у нас DSP процессор. Это говорит о том, что магнитолка будет играть качественно. И у нее есть широкий спектр настроек, то есть можно порезать динамики снизу, сверху, можно порезать сабвуфер, можно регулировать громкость, скажем так, сабвуфера, можно включить-выключить усилитель, то есть все настроечки есть. Руль работает в этой машинке резистивно. У нас тут есть беспроводной CarPlay, Bluetooth, у нас есть две флешечки, у нас есть сим-карта, то есть делаете дубляж своей сим-карты, и в бардачке вставляете симку, и все, у вас постоянно интернет. Дисплей у нас настоящий QLED-овский качественный дисплей. Вот, смотрите, картинка у нас просто превосходная. Восхитительная картинка, друзья. Посмотрите, какой кайф. Перемотка, смотрите, как работает перемотка, то есть он даже не думает, очень-очень быстро и четко реагирует на каждое нажатие. Что мы видим? По умолчанию YouTube, Spotify, Play Market, скачивайте что хотите, Netflix, AUX, навигацию любую ставьте, пожалуйста, также Google по умолчанию тут есть. Что-то там шумит так. На улице шумно. Так, что добавить? Друзья, такое устройство можно поставить практически на любой автомобиль с помощью другой рамочки и другого комплекта проводов. За более детальной информацией вы можете обращаться к своему установщику, то есть кто вам порекомендовал данное устройство, либо магазин, либо установщик, либо будет ссылочка в описании на интернет-магазин, и вы можете посмотреть, сколько стоит данное устройство. Напоминаю, широкий выбор таких вот магнитол от RS200 до RS700. Есть также и более, скажем так, премиальные магнитолки, еще дороже, чем эти. Но это вот золотая середина, это то, что люди покупают часто и ставят. Это то, что как вот это горячий пирожок на самом деле. Мы ее продаем уже много лет, она хорошо, стабильно работает и радует своих владельцев. Что добавить? Тачка внутри преобразилась. Классно, да? Ну, блин, ну вообще реально вот так садишься, блин, тачечка. У тебя вот статная магнитола была такая унылая. Ты сейчас садишься, такая мультимедиа. Единственное, что владелец автомобиля пока камеру не ставил. Но я думаю, что он приедет, и мы поставим. Ребят, Toyota готова. Что сказать? Кому надо подобрать мультимедию, вы можете обращаться, мы всегда рады. Либо обращайтесь к своему установочному центру, который вам порекомендовал данное видео, либо магазину. Работаем, стараемся, делаем все лучше и качественнее для вас.